Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами снова Ви, и наконец-таки я вернулся к записям видео, вряд ли надолго, но все-таки я решил добить Battlefront 2 2005 года, но таким образом, что мы не будем проходить полностью восстание повстанцев, мы просто посмотрим, какие у них юниты есть. И, в принципе, завершим уже с этой игрой, так как конфедератов мы с вами смотрели, дроидов, за республику мы с вами играли в компании, за темную империю тоже играли. Галактический конквест, ну нет смысла проходить все одно и то же, раз за разом, за разной фракцией. Только лишь с разными юнитами, и все. Засим мы с вами начинаем восстание. Так. Угу. У нас две с вами системы есть. Ладно, юнит посмотрим. Солдат, ракетометчик, снайпер. Это инженер, я так понимаю. Это хер пойми кто. А, кажется, я понял. Вуки вместо джет-труперов. А вот эти вот ботаны это вместо и как их зовут, офицеров. О, так, ладно, нам надо да на Фелусию. У нас больше с вами ничего нет, кроме как солдат. Спавнимся тут и побе, мать его, жалим. Бля. Я уже все позабывал ко всем херам. Мышка новая, намного больше. Мне не очень пока что удобно. Клавиатура та же самая по 2, решил полностью заменить мышку клавиатуры. Сим она уже слишком состарилась, и суть в том, что у нее левый клик начал жать уже двойной, да, важно. Обычный клик стал четыре. Господи боже мой, что я заговорил? Единичный клик дал войну. Если нажимаешь на левую кнопку мыши, он должен нажать один раз, а он только нажимает два раза. И это вымораживает. Ну, сейчас у меня уже полностью сет Гамбиас, я все должен как-то... Ударение ставится, да, если в английском, я в душе не могу как ставить ударение в английском слове, да. Но суть в том, что в английском слове такого слова, в английском языке такого слова нет. Game Gears может быть, но Gun Gears, ну, по-моему, ладно, не суть. Микрофон пока что новый не приехал, мне пришлось подключать старый, так как микрофон от гарнитуры, он, ну как сказать, так себе для записи. Для, может быть, общения в игре он подойдет, но для записи он так себе. Мышка очень даже мне нравится, она удобная, но, к сожалению, она немного
это я привык. О, господи, я хочу побыстрее с этой херней закончить, ё-моё. Что ж у меня... Дохни, могила. Так, что еще хотел сказать? Сессия, наконец-то, подошла к концу. В начале августа, конечно. Но... Я все жду нормальный микрофон. Да, люблю тебя сильно. И вас тоже. Других игр я очень сомневаюсь, как так. Бля, патрон кончился. Так как у меня все-таки компьютер не все мощный. Да, 1050 стоит. Да, пенсионный стоит. Да, нового поколения, не старого, который посильнее, чем мой предыдущий, хоть даже учитывая, что у моего предыдущего было 4 ядра, а у нынешнего 2 ядра. Ну, ничего, зато оператив у меня в 2 раза, мать его, больше какого-то хера пролагивает, я понять не могу, почему пролагивает. Материнка сильнее, процесс... Все сильнее, в общем. 8 гигов оперативов вместо 4. Но... Блин, мне не хватает последней детали, это микрофон. Чтобы можно нормально полноценно писать. Да, знаю, не херово это все выходит, но... Тем не менее, мне есть что сказать, мне есть что показать, и... Все такое прочее подобное. Единственное, что не мешает, это нормальный микрофон. Точнее, его отсутствие. И время, само собой. Ибо все-таки... Все мы, мать его, люди. Кто-то дебил, кто-то нормальный, кто-то еще хуже и тому подобное. Но все мы люди все-таки. Да. Так, ладно. Понял, Зимбар. У меня вообще в планах дописать наконец-таки Empire. Вот закончить Battlefront 2 и закончить Borderlands 2. Так как все-таки очень долго эти проекты в кавычках у меня стоят без продвижения. И как бы надо уже все-таки закончить. Потому что, ну, хорош уже держать их. Слишком долго они уже стоят у меня, простаивают. И тем более Empire. Да чтоб ты... Сдохнешь. Да, и... Суть в том, что, ну, надо закончить. Я думаю, вот пока есть время, я... Я поназаписываю, пока есть время, и там уже это все будет выходить. А микрофон как раз придет 25 числа. Как раз он 25 числа придет, и все будет шикарно.
интеллект. Ладно. Так, и па-па-па-па-па-па-па. Нам надо побыстрее посмотреть юниты. Так что заканчиваем. Так, это бонус Империи, ладно. Так, ну побег... А, у них все-таки есть это. Ладно. Ёбан... Ну, грёбаный звук. Хер ли он тут... А, ну, вот, знаете, с новой мышкой у меня какие-то небольшие проблемы возникли. Они... Она как бы иногда может провисать. Окей, лады. Есть что? Есть что? Так, давай. Ну и куда ты? Ну и... What the hell? Как бы... Чё? Дьявол. Ладно. Будем воевать на земле. Вот, опять. Я не понимаю, из-за чего эта херня происходит. То ли это из-за материнки. Может, что-то с ней не так. Она, по-моему, даже отодвинулась подальше в корпус. То ли это сама мышка косячная. Я вот, честно, в душе не его. Я не умею собирать компы. Я не понимаю, как эта хуйня работает, какого хуя меня опять убивает в клавиатуре. Ладно. Вот. И вот снова. То ли это... То ли это провисание в самом компе, хотя их чисто физически быть не может. Если у меня на старом компе все спокойно шло, на 4 гигах оперативы, со слабым процессором и всем таким прочим, здесь. Комп совершенно новый. Вот честно, он приехал ко мне 3 числа. А, нет, соврал, 2. 2 числа он приехал ко мне. Да, ёб твою! Ты издеваешься сейчас? Ты сейчас серьезно, что ли? Тебя тут только что не было. Уйди отсюда. Тебя никто не сдал. Ну, давай, заспавнись еще раз тут. Пиздец какой-то, полный. Кто-нибудь ёбните ему похлебало, а? Хорошо. Так, вся проблема в том, что АТ-АТ мы с вами не сможем завалить. И то у меня возникла небольшая мысля, которая, если
повезет, я смогу. Да, блядь, сдохну уже. Не, не смогу. Здесь нужен хэви трупер. Или как раз таки да. Сука. Заспавнись, ёбана. Я слышал тебя. О, спасибо. Надеюсь, боты не подведут. А боты, походу, подведут. Хули ты? Не. Сука. Алиэкспресс. Бавер. Не так уверен. Давай, бот. Не подведи. Ты давай гарпун. Гарпун давай. Я тебе что скажу, гарпун давай. Ёбана, падай уже. Молодец. То ли якосы, то ли не замечают. Проебали. Просто потому что. Потому что их 40, меня один.
Дай. Не додумайся по них. Спасибо. We've lost the command post. Our reinforcements are being depleted. Да ладно. The enemy is in control of another command post. We're losing reinforcements. Бля. Жопа. Мы просрали ход. Ну как мы? Я, конечно. Как бы мы, как бы я. Сорян. Чтоб ты сыром какал. Так, ладненько. Юниты меня интересует. Вот это вот хер. Мы будем ищать на кошелек, атакуем. И будем потом копить бабло на Вуке. Просто посмотреть его треть. Как выглядят вуки и пули, они в порядке. Кто-нибудь сядь? Спасибо. Ну-ка подошел сюда. Поговорил со мной, как было. Я понял юмор. We've lost the command post. По-моему, Империя в этот раз победит. Что их тесни? Да, ёбано. Я вот сейчас понять не буду. Чего он не может? Бежим, берем базу. Я ебал. Так, мы взяли, взяли. Поехали. Это, блять, что такое?
Че это за хуйня? Я тупой или вы же нет? Как регенератор работает, я знаю. Как бы... И куда мы сейчас? Честно, я нихуя не понимаю. Да, согласен, я тупой. И есть, и бываю. Ну что за херня происходит, я не понимаю. А какой мудак под меня гранат? The rebellion has been rewarded credit for liberating Kashyyyk. R3 done. Intern. All fleets awaiting orders, sir. Дальше идет. All fleets on standby. Так, мне нужно вот сюда. Енд. All fleets on standby. Так, и берем. Launching invasion of Vector tank bonus activated. Окей. Так. Enemy forces have been enhanced with Vector. Нужно крышу ездить. Так. Ёбаного вратаря. Я серьезно не понимаю, что за херня происходит. Эти угадали. А, нет. We can't afford to keep losing command posts. Да худел. Вы да худели. Видимо, да. We control a command post. Живучие твари. Пошел отсюда нахер. И ты тоже. И ты на кого. Не только отбил. Просто бесит.
самый умный там. Вот и Никит. Я тут самый умный батьмаш. Ой, ёп. Да, я ебал. Вас всех уродов. Ну, серьезно, что ли, а? Пошли нахуй сюда. Оба. Сириус, других слов у меня уже нет. Иди ты в жопу же. Дружков своих забери. Хай. Твою, блядь! Я слишком долго без смотрел. Так, спай. Поспай. Сука, хули так пугаешь, а? Педик не видит. Я, кажется, понял, что это за херня. Это огнемет. Да ладно, 27-3, да вы издеваетесь. Опять? Где ты, Педик? А, дьявол. Пизда, руля. И рублю тоже пизда. Да, иди ты, пьех. Я в ахуе. Честно. И кто меня вы...
Ха-ха, ёбан. Один в 20 секунд ни хера не делает. Это вообще не считается. Дай. The enemy has defeated our fleet. R4, да. Аху. 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 Но, с другой стороны. Честно говоря, мне это подколебало немного. Игра интересная, конечно, но... У этого всего, точно так же, как и у всего остального, есть свойство надоедать. Даже учитывая, что у меня гигантский перерыв был. Ладно, я подзаколебался. Да, хорош! Не, честно, уже подзаколебался немного. Именно с Battlefront 2. Так что да, я думаю. А, нас тут уже разбили. Нет, тут же делать нефиг. Вуки смотреть смысла нет. Повстанцы так себе. Как фракции. Тут даже Вуки не спасет. Так что... Да, я думаю, на этом мы с вами закончим прохождение Battlefront 2 2005 года. На очереди у нас с вами будет еще Borderlands 2 и Empire. Когда по ним обоим серии будут, я черт его знает. Сейчас со временем проблемы. Абус скончается, скоро опять учеба начнется. Так что будем смотреть уже, как все будет выходить. Будет время и возможность, запишу еще пару серий по Борде или по Empire. Но суть в том, что где-то до сентября я, скорее всего, точно закончу с этими двумя играми. Может быть, до середины сентября, черт его знает, как там будет со временем. А пока что всем спасибо за внимание. Всем пока, всем-всем удачи и до встречи с вами в следующих видео, которые я даже не знаю, по каким играм будут. Ну, кроме Борды и Empire. По ним точно будет видео, но когда точно знаю.